улица от Крымского моста. Очередь с Крымского моста начинается и тянется по всей Крымской набережной. Все перекрыто. Здесь стоят только паломники. Очередь разбита на участке, не то что она целиком. Люди ставят группу на автобус, потом быстро переходят открытый участок, чтобы дойти до храма. Так, наверное, там здесь вот дверь, которая же поломана.